Здравствуйте, меня зовут Сергей Сычаков. Добро пожаловать на мои бесплатные видеоуроки по неэффективной борьбе. В данном курсе видеоуроков мы рассмотрим ситуацию, когда в конфликте применяется холодное оружие. Сейчас я покажу вам прием, который называется «Смерть акробата». Как я уже говорил, удары ножом бывают разные. Сейчас мы рассмотрим колющий удар сбоку. Как только мы замечаем, что рука противника движется, для нанесения режущего удара сбоку, необходимо сделать следующее. Производим удар голенью противнику под колено. После удара противник начинает загибаться. Нам необходимо сделать кувырок через его спину. После приземления свободной рукой необходимо совершить захват запястья противника. Точным движением необходимо совершить удар в паховую артерию. И все, вы у него под контролем. Однажды я решил устроить себе марафон. Мне было интересно проверить себя на прочность. Я проигрывал 24 года подряд. Каждый день. Каждую схватку. И вот, на 25-й год меня заметили. Меня заметили те, о ком говорить нельзя. Они сказали, что я был лучшим проигравшим на своей планете. И они отправили меня сюда. Для того, чтобы я мог научить людей стратегии и тактики неэффективной борьбы.